Всем доброе утро. У нас прям утро-утро. Мы с Максом собираемся ехать в садик вместе с Колей. Я так собираюсь с папкой. Да, нас сегодня Коля проснулся рано. Предложил нас отвезти. Вот, поэтому мы сейчас уже оделись. Ждем Колю. Я проснулся сегодня рано. А? Смотри, я проснулся сегодня рано, да. Что, куда смотреть? А, ты чехол новый достал? Да, смотри, прикол, что вот. Видно же, сейчас, да? Подожди. О, два чехла. Один старый, другой новый. Ну, этому чехлу 2 месяца, да, по-моему? 3. Ну, где-то побольше. Ну, 3. Да? Ну, 3 месяца, где-то. 3-4 вот так вот. И вот новый чехол, сейчас только что распаковал. Почему они так вот желтеют сильно, да? Я ничего не могу понять. Не знаю, поехали. Ну, вот я решил новенький чехольчик одеть. Это мы с Максом тут стоим, ждем. 3 часа, да, Максим? Макс уже хочет бежать. Ну, можешь бежать, сейчас мы спустимся. Котик, ты посмотри на меня, плохой чехол, если нет, то... Сегодня давай закажем еще штучек 5. Давай, закрой шкаф. Пока Боня здесь, надо шкаф закрыть. Котик, ты посмотри на меня. Тоже заказать тебе? Да. Ну все, окей, босс. Босс, все, выполнено будет. Что, Максим, с нами поедешь на лифте? У нас Максим обычно по ступенькам бегает. Короче, это надо выкинуть. Сегодня что-то обленился. Черный это вещь, что-то я не понятно. Так, нам еще надо рюкзачок взять, не забыть. У Макса тут рисунок, домашняя работа. И одежда сменная. Максима в садик отвезли, приехали в ленту. Сейчас купим что-нибудь на завтрак. Наверное, это будет творог. Я так думаю, да? Да, мы тут сегодня самый первый покупатель. Давай лимон возьмем. Лимон. Давай лимон возьмем. Вот такие тут лимончики. Все, на штучки 3 возьмем, да? Ну, давай. Упадет? Да пойдет, наверное. Да, пахнет лимонами, да, обалдеть. Будем чай с лимоном сейчас пить. Ага. 88 рублей килограмм стоит. Будем пить чай с лимоном и творог есть, да? Так, это 42. А вот мандарины, кстати, у нас так и стоят. Вот эти с листочками 214 рублей. Мандарины дорогие. А вот такие мандарины мы брали, что нам не понравились. Лимоны вышли на 53 рубля 16 копеек. Нормально. Еще, да? 3 штуки. Мы еще взяли колбасу, но ее унесли вон туда. Ее, в общем, это, ну, разрежут сейчас. И нам принесут. А то мы посмотрели, там кусочки разрезанные аж 2 дня назад были. Они уже такие серенькие, да, стали. Мы просто взяли новую палку и попросили, чтобы нам отрезали колбасы. Потому что что-то брать 2 дня назад отрезанную не очень-то хочется. Да, еще надо хлебушка взять. И рыбы. У нас раньше Максим наблюдал за рыбками, теперь Коля решил. Правда же, да, что у рыб 3 секунды там память, нет? Не знаю, сколько у них. Ну, она просто, секунд. Представляешь, каждый раз думаешь, что происходит здесь. Каждый раз, как первый раз, короче. Я еще решила себе взять Даниссимо творожные, вот такие вот. Они по 29 рублей сейчас. А Коля себе вот такой творог взял со сметанкой. Да, я себе взял маленькую пачку творога и маленькую пачку сметаны. Да, я ему сказала, что я не буду творог. Я вот такой себе творожок взяла. Сразу на 3 дня. Сейчас получается по бутеру с колбаской, с творожком, со сметанкой. Ну, а ты с йогуртом, да? Ну. Вот и завтрак получится нормальный. Ну вот, мы уже приехали домой. И будем сейчас завтракать. Такой вот у нас чаек. Прям лимонные-лимонные у меня и у Коли. Сейчас еще сделаем бутербродики. Я сейчас выберу себе какой-нибудь йогурт. Тропические манго и маракуйя буду сегодня. Найти потом в другой день. Колбасочка. Еще там стирку закинули, стирается. Сегодня будем весь день стирать. Там еще, по-моему, 3 или 4 стирки. Сегодня планов, короче, очень много по дому. Нужно будет вот постираться сейчас. Робота запустить. Поедим, да, робота надо запустить потом. Ну так, Максу надо стол. Я на столе у Макса хочу убраться, а то там уже вообще. Угу. Тебе тоже маленько дать?
Дай кусочек. Ей надо на пол бросить. Она с рук не ест у нас. Нифига она, да? Ринулась. Ну, вроде нормально. Смотри, смотри. Она у нас такая игривая в последнее время, даже с колбасой играет. Эти пакеты светофорские, это просто, ну, нечто вообще. Надо заехать, купить нормальные пакеты. Конечно, больше что такое вообще брать, что-нибудь, помойка эта вонючая, блин. Какой-то кошмар, этот пакет, я сейчас отрываю один пакет, отрывается, все вот это вот, все развалилось. Что это такое там? Капец. Облизывает колбасу. А я на что наступил-то? Не знаю. Тоже на колбасу наступил-то? Косточка вот. От лимона, походу, да? Нормально, да, я скину. Я сделаю себе вот такой вот бутерброд с творожным сыром и с колбаской. Нифига. А я себе сделаю бутерброд. Сейчас маленько мазика сюда. Так, где моя? Я люблю корочки, поэтому моя корочка. Я сейчас себе сделаю вот так вот майонеза маленько. Сверху. Так вот пару пластиков колбаски. Сейчас колбасы много нарезал, да, походу? Походу, да. Вот. Пару пластиков колбасочки. Потом творожок, сметаночка. Еще бы, знаешь, сейчас оказаться бы где-нибудь в деревне. Там петухи кричат, да, короче. Здесь у нас творожок, вот, свеженький молочко, вот, из-под коровы, да, прям. О, вообще, да, красота. Ну что, Боня, ты съела, нет? А ты что ее облизываешь-то? Ты сильно большую отрезал кусок ей. Ну, ну ладно, съест. Красота, красота, я не договорил. Но жить не начато, да. Угу. Че она там? Не знаю, что-то. Она играет просто хочет, да и все, что. Нифига, она не идет, да, вообще. Это вообще коза. Да, она играет с ним. Не хочет она есть. Она хочет его подцепить просто на лапу и с лапы есть. Типа, ну как вилкой, типа, знаешь. Боня, тебе может вилку дать? Я тебе серьезно говорю, смотри, она сейчас его лапой, видишь, она когти выпускает? Угу. Она сейчас лапой его подцепит, и она с лапой будет его есть, понимаешь, прикол? Да, она, по-моему, играет. Нифига коза вообще, да? Все, съела. Почти. Давай тоже будем. Смотри, как хвост распушил. Давай тоже будем садиться кушать. Всем тут уже кушать, всем приятного аппетита. Мы вышли из дома, у нас идет пар изо рта, в машине даже холодно, на улице минус 27. Мы сейчас поедем покупать, что мы поедем, фишку покупать? Фишки, мы поедем покупать фишки. У меня фара не работает на машине, поэтому надо сделать. Да, мы поедем скупим фишку там, потому что оплавилась она немного, да, старая. Сейчас заедем, одну сделали фишку, ну уже давненько, вот вторая что-то. Контакт плохой, оплавилось. У нас везде, да, с этими фишками какая-то фигня происходит. Угу. Дома с студентами с этими. Ну ладно, не суть. Сейчас поедем, в общем, купим керамические. Ну, керамические должны быть нормальные. Ну и все, но делать я их не буду, потому что нужно паять, а на улице я этого сделать не смогу. Так что вот такой вот момент. Ну, купим сейчас их, там посмотрим, может, как-нибудь их. Короче, видно будет сейчас, как сделать. Сейчас, короче, мы поехали, да? Да, поедем, съездим. Ну и заодно прогуляемся немножко. В минус 27, чё бы нет. К вечеру, кстати, будет минус 30, а ночью будет минус 35. Мы даже не то, что его прогуляемся, просто прокатимся чуть-чуть. Мы гуляем на машине в такую погоду. Конечно, нафиг надо, холодно. Коля купил штукенцию, которая нам нужна. Да, вот такие взял. С тремя дырточками, с тремя. Вот. Но переделывать сейчас не получится, потому что на улице очень холодно. Ты уже говорил. Ну, поэтому, ну, просто купил, чтобы лежали дома. Вот так мы чиним машины. Не, ну я просто не знаю реально, как их поставить-то, чтобы они... Можно же, конечно, потом скрутить, будем ждать лето. Просто, ну, это будет тоже стрёмно. В сервис ехать, заплатить 500 рублей за то, что они там провода скрутят, как попало. Ну, потому что стопудово сделают, как попало. То есть тоже не хочется. А как бы, ну... Короче, не знаю, подумаем, как сделать правильно. Ну, а сейчас поедем в сторону дома, да, Нана? Наверное. Ты же подстричься же еще хотел. А, едем подстригаться, точно. Мы приехали в парикмахерскую.
Коля сейчас пойдет подстригаться. Следующий кадр уже будет Коля подстриженный. Да, я, короче, это сегодня с собой взял, чтобы по моим делам ездить. Сейчас пойду быстренько подстригусь. Я, правда, не записывался, ничего, я так думаю, так в живой очереди сейчас проскочу, да? Ну, попробую, по крайней мере. Тогда машину глушить не буду, да, пускай? Ну, конечно, я что-то замерзну. А то ты сейчас как уйдешь на полдня. Да, почему на полдня? Ладно, пойду попробую постричься. Давай. Вернулся Коля. Все. Все, подстригся. Че, нормально? Ну да, нормально. Ну, в этот раз она, ну, так, коротковатенько. Коротко, ну, подстриг. А? Коротко, ага. А в тот раз, помнишь, когда я стригся вот перед Новым годом, меня постригли, да, там, она что стригла, что не стригла, без разницы, да, по-моему? А сейчас мы едем в магазин «Семена для Сибири». Все-таки мы туда доберемся сегодня. И я хочу взять семена огурцов. И посадим сегодня с Максом вечером. Может, с Максом посмотрим. С Максом садите, что ли? Я хотел вместе садить. Он мне там еще цветы купил. Ну, эти тоже семена. Леруа Мерлен взял. Сказал, что будет вместе сажать. Ну, нифига, солнышко вылезло, аж слепит. Солнце, да, очень яркое. В общем, мы едем. Сейчас приедем, посмотрим, что там продается. Я немножко посмотрела на Ютубе. Я, получается, покупала в прошлом году семена «Партнер». Взять томатики тоже этой же фирмы. Ну, если будут эти томаты. В общем, посмотрим сейчас. В магазин приедем, там все покажем. Приехали мы в «Семена для Сибири». Коля тут что-то смотрит. Сучка, рез. Зачем он тебе? Ну, я тут выбрала помидорки. Огурца нету того сорта, который я хотела купить. Ну и помидоров тоже не было. Вот папина дочка, получается, сорт. И пламя F1. Вот их возьму и все. Еще нужно купить здесь биогумус. Вот зачем тебе грабли? Я просто смотрю. Пока что. Тебя, пока что. Тебя расчесывать. Меня грабить. Смотри, лопаты какие хорошие есть. Копать. Коля собрался копать. А че? Ничего. Сколько стоят лопаты здесь? Лопата 537 рублей. 537 рублей. Ну понятно. 502 рубля. Дачная соната. Так, ну что? Я думаю, что надо было брать телегу, потому что у меня были заняты руки, и снимать особо не получалось. Сейчас приедем домой, покажем, что мы купили. Ну, из семян я, получается, купила только томаты. Огурцы у меня там дома какие-то остались еще с прошлого года. А вот. Ты будешь сейчас садить ничего-нибудь? Ну, сегодня. Ну, да. Короче, сейчас домой приедем. Нет, мы сейчас, наверное, за Максом, да, поедем? Да, поехали за Максом. Заберем Максима, приедем домой и будем что-нибудь сажать. И покажем, что мы купили заодно, тоже дома. Мы забрали Максика. Да. Скажи всем привет. Всем привет. У нас случились непредвиденные обстоятельства. У Макса сломался бегунок на молнии, на куртке. Вот, мы заезжали в ателье, починили ему бегунок этот. А второе, это то, что Максу срочно каким-то чудесным образом понадобилась мозаика круглая, поэтому мы приехали в Rich Family и вот будем сейчас ее искать и покупать. Я надеюсь, что здесь мы найдем то, что Максу надо, потому что если не найдем, то я не знаю, куда еще ехать. Ну да, ну что-нибудь здесь стопудово найдем. Да, пошли смотреть. А что-то закрыто уже, что ли? Нет, пошли.
тележки стоят. Оказывается, сегодня Rich Family не работает. Магазин не работает, плановая инвентаризация происходит у них. Видишь, Максим, я же тебе сразу говорю, давай завтра. Не работает, видишь, магазин. Я хочу сегодня. Так если не работает, как мы сегодня купим? Пошли домой, сейчас дома что-нибудь придумаем интересное. Пойдем? Да, почему мне помогает? Завтра возьмем тебе. Я сегодня хочу. Так а мы сегодня где ее возьмем? Что, магазин будем взламывать? Ну давай попробуем. Мы уже приехали домой, Максим покушал. Видно по его белым усам. В общем, сейчас покажу, что мы купили в семенах для Сибири. Тут такой большой достаточно пакетик. Сейчас все достану, чтобы не шелестеть. Не знаю, сейчас посмотрим. Огурцы посади. А ты мне будешь помогать? В общем, сейчас достанем все и покажем, что мы купили. В общем, вот что мы купили. Здесь получается такой комплект. Здесь стаканчики и поддон, чтобы можно было поливать и чтобы ничего не выливалось. Стаканчики 0,7 литра. Ну и вот такой вот поддон обычный, не сильно высокий. Ну, как раз достаточно того, чтобы вода не пролилась мимо. Вот. 10 стаканчиков здесь. Стоит такой комплект 117 рублей. Еще я взяла биогумус 2,5 литра. Так, биогумус стоит, сейчас скажу сколько, 59 рублей. Дальше взяла вот такой Байкал М1. Он стоит 71. И агрикола для овощных. Вот. Агрикола стоит... Так, агрикола стоит 79 рублей. И взяла вот такие вот томатики, папина дочка, 71 рубль. И вот такое вот пламя F1, тоже 71 рубль. Макс, это так интересно. Макс говорит, Боня, не шелести. Пакет на полу лежит, Боня. Так, Боня хочет... Вот эти надо уже выбросить. Боня хочет залезть в пакет. Она нас на пакетах любит спать. Я хочу, знаете, что сделать? Что? В пакет залезть. В пакет залезть? Да. Ну, залезь. В общем, не знаю, я сейчас начать все сажать или уже лучше завтра. Давайте сегодня. Сегодня хочешь? Ну, давай сегодня. Я сейчас тогда пойду посмотрю, какие у меня там огурчики остались. Посадим тогда сегодня. Окей. Вот я нашла огурчики. Вот такие вот есть фуро. И солтис. Это то, что я в прошлом году сажала. Вот солтис, они такие, как вот покупные в ленте. Вот мы покупаем огурцы такие же, только вкуснее. Ну и фуро тоже вот такие вот маленькие. В принципе, тоже вкусные. Спасибо, что огурцы садишь. А Максим любит, когда я сажаю огурцы, потому что он их очень любит. С кустика срывать. В общем, я достала земельку. Вот такая вот у нас земля. Вот такая вот. Добавлю туда биогумус, и Максим будет накладывать их в стаканчики вот в эти своими, наверное, совочками. Ну, либо вот таким вот. Давайте посмотрим, каким удобнее будет. Этим будешь? Да. Ну, давай, сейчас я сюда все замешаю, немножко земли, и будем с тобой насыпать. А где же их надо насыпать? Ну, сюда в стаканчики нужно будет землю насыпать. Там еще... А, вот они. Такие вот штучки. Надо будет в каждую положить. И вот отсюда, да, доставай тоже. Расставляй стаканчики и в каждую положишь. Ага. Окей. Боня пришла проверять, что тут у нас такого интересного. Помощник мой. Максим решил перемешать. Как в песочке. Да. Так-то он у нас любит покопаться. Ага. В земле. Давай, перемешивай. Я пока посмотрю, сколько у нас тут вообще семян осталось. А то, может, тут совсем мало их.
Сейчас достану, посмотрю. Максим насыпал во все стаканчики земли. Подождите. Пока он насыпал, я тут подписала бумажки. Буду приклеивать, где что будет расти. Все, везде насыпал. Опа. Молодец. Боня сидит у нас тоже, караулит, смотрит, что мы тут делаем, наблюдает. Смотрите, как я ласку поставила. Совочек. В общем, у меня получилось 5 семян огурчиков, этих 2, этих 3. А еще я посмотрела отзывы вот по вот этому томатику. Пишут, что он не очень вкусный. То есть он очень обильно урожайный, но вкус у него... Ну, в общем, двоякие мнения. Кто-то пишет, что они хорошие, вкусные, а кто-то пишет, что не понравился. Поэтому я посажу 3 папины дочки и 2 вот этих. Будем пробовать тоже. Вдруг нам понравится, да? А Макс у нас вообще помидоры не ест. Макс будет ждать, пока вырастут огурцы. Что-то мало, да? Подожди пока. Сейчас надо будет это полить хорошенько. О, я пою. Я не сомневалась. Вот такой вот у меня помощник. Молодец. Хорошенько нужно земельку проливать. Все, понял? А эти... штучки я пока уберу, потом, когда рассада подрастет, я буду уже ими пользоваться. Пока так просто посажу. И будем ждать всходов. Да, Максим? Угу. Какой-то у меня помощник. Да, я знаю. Я даже бабе Ане помогаю, бабе Ларисе. Молодец. Последний штрих. Подождите, сейчас будет последний штрих. Максим сверху немножко смачивает. Коля играет с Боней. А она потом... не прикинь, короче, она туда такая лезет и думает, что она там делает. А она вот отсюда меня увидела, и она отсюда, короче, пытается меня через этот рукав. А потом достать. Боня у нас делает затяжки на кофтах. Ты бы не играл бы с ней возле этой сушилки. Смотри, что делает, да? А ты, Смотрите, а тут пар идет. Как будто, да? Как будто, ну. Давайте тоже, да, все надо. Да. У нас с одной стороны будут томаты, а с той стороны огурчики. Сейчас я еще накрою какой-нибудь пленкой или пакетиком. И будет у нас в комнате стоять. Надо будет утром обязательно включать лампу и вечером выключать. Не забывать, а то я, бывает, забываю лампу включать. Подожди, у меня руки устали. Помогай это делать. Ну все, наверное, хватит, Максим. Можешь отдыхать. Ах ты, когти-то убирает еще, а? Да нет, зарядка до рук. Когти-то убирает еще. Боня, я сейчас в тебя брызну. Еще один быстро гулец. Когти-то убирает, что меня мочишь когтями? У меня пикник коготнула мочить. Котик, что я... Не надо. Ну видишь, не надо, она расслабилась, видишь, она отдыхает. Ты что, блин, коготулями своими? Понятно, да? Незаметно, что она отдыхает. Ты что, коготулями? Все, Максим, хватит, а то зальёшь сильно. Еще есть капельку. Еще много, да? Немного. Коготить. Это, кстати, Максимкин пульверизатор. Мы его покупали в Леруа Мерлен, 4 рублей за 13, по-моему. И вот он с ним все брызгает, ходит. Ну, в основном в ванной играет с ним, купается, когда. Ага. Так, Коля решил приклеить вот эту вот ленту. Да, вот это у нас есть вот такая лента. Но она немножко пошире. Она немножко пошире, да. Буквально на пару миллиметров. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сейчас просто вот по этой ленте померим и отрежем эту. Надо хорошо режется. Да, это мне нормально отрежется. Мне на этом деле поможешь немножко. Коля, в общем, разрезал ленту эту. Да. Вот я отрезал кусочек ленты, вот.
остаточки тут. У нее просто вот здесь слой такой, ну, типа клеющийся. Его нужно утюгом пройтись. И все. И он приклеится. Сейчас я разогрею утюг. Где у нас утюг? Где-то там. Все, у нас утюг нагрелся. Сейчас будем пробовать. Первый раз сам делаю эту штуку. Не знаю, как это делается. Прилипает вроде. Прилипает, да? Ну, щель вот эта пропадает. Ну, она тоже много. Сильно долго не держи. А то проплавишь. Прикольная фигня. Ну вот, в принципе, нормально. Что, все прилипло, да? Ну, получается, что прилипло. Ну, все. Вот так вот получилось. Да. Прям вообще здорово, да? Угу. Вот здесь внизу Коля еще тоже. Ну это я маленько тут. А ты что тут накосячил? Утюгом заплавил чуть. Я почему тут по этой ведешь, вот по новой. Утюгом. И все нормально. Ну, видела, нету такой фигни. А здесь я провел, она, прикинь, хоп, начала собираться вот тут вот. Видимо, она, кстати, тоньше. Она тоньше, да. И, видимо, ее проплавила, она была температура. Ну, я первый раз в жизни вообще это делал. Ну, вот. Если что, у нас еще эта лента есть, можно будет новую вообще наклеить сюда. Ну так-то вообще, да, слушай, вот все, ничего не торчит, да, то меня эта фигня вообще бесит, идешь, она зацепляется постоянно, то есть чуть-чуть. Есть еще такие? Зацепляется? Нет? Ничего себе, ты ходишь. Есть еще косяки такие? Ну нет, только здесь было с этой стороны сейчас и все. Только утюг раскочегарился, еще заклеил сразу. Ну я больше не видела, по крайней мере. Вот плохо, понимаешь, плохо. Тебе понравилось, да? Да, только настроился. Я тут, представляешь, вылезал, инструменты принес, все разложился, и работа кончилась. Инструменты это вот этот вот лезвие, вот это. Ну его же нужно было найти. Я, видишь, даже нож не стал искать, потому что не смог его найти. Пришлось просто лезвие, думаю, просто лезвием отрежу. Я только разошелся, грубо говоря. Здесь на уголке у нас ничего не отходит. Ну, нормально все везде. Ничего нигде не отходит. Ну да, одна такая была. Может быть, здесь внизу что-нибудь? У нас Боня лежала на диване, Коля ее прогнал оттуда. Не, я ее не прогнал. Она просто драла диван. И я... Коля ее наругал, и она убежала. А теперь она не хочет с нами сидеть. Вот хочет. Фу, лосняли кичу. Что-то думаю, что вряд ли она хочет. Да, мне тоже кажется, что она не хочет здесь сидеть. Она сейчас поцарапать может тебя. Не надо ее давить, Максим. Я тебя не давлю. Ну ладно, пускай она идет. Не надо волосатить здесь это, ничего нам. Какой кошмар. Я так не могу щетку найти, чтобы ее чесать. Надо какую-то купить, чтобы вычесывать Боньку. Максим, не тряси здесь волосы. Да, трясу. В общем, мы будем сегодняшнее видео заканчивать. Ставьте лайки, поставьте комментарии, поставьте Семен 50 тысяч лайков. Поставьте самые крутые комментарии. Много. Что Макс так и собирается. Он что-то такой активный, прям капец. Всем, знаете, короче. Ну зачем так близко? Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.